Компрессор уже традиционно входит в перечень топ-обязательных нужностей для аквариума, невзирая на то, что имеется масса альтернатив, и если изначально компрессор доставлял массу неудобств, ну, например, создавал сильную вибрацию или издавал громкий шум, то сегодня все постепенно меняется, ведь, как по мне, так одна из основных функций аквариума – это эстетическое наслаждение. А как можно расслабиться, когда стоит гул? Естественно, проблему с громкостью компрессора уже давным-давно решают. Правда, решают как-то медленно. Не так давно появились так называемые пьезокомпрессоры. Хоть они и называются бесшумными, это не совсем так. Звук работы есть, но правда очень тихий. Плюс к этому они не занимают много места и, соответственно, не бросаются в глаза. В этом видео я покажу один из таких компрессоров от компании Tetra. Tetra Air Silent. Несмотря на то, что производится этот компрессор в Китае, у этого компрессора уровень шума действительно минимальный. Чтобы не быть голословным, предлагаю провести эксперимент. Сейчас я буду включать разные компрессоры, поднесу к ним микрофон, а вы сами послушаете их работу и таким образом подтвердите либо опровергните мои слова. Поехали! Друзья, обратите внимание, у канала Пара Аквариумистика есть страничка в Instagram. Ссылка на Instagram в описании под этим видео. Вас там ждут короткие ролики, фотографии и, конечно же, сторисы. Еще одним приятным плюсом является набор, который идет в комплекте с этим компрессором. Открыв коробку, вы обнаружите оригинальный фирменный распылитель. Стоит отметить, что считается, чем меньше пузырьки, тем лучше. Однако этот распылитель стандартный и назвать пузырьки супер мелкими не могу. Самые обычные. Следующий бонус – это обратный клапан. Чаще всего компрессор устанавливают ниже уровня воды, а потому без обратного клапана просто не обойтись. Бывают случаи, например, при замыкании или отключении света, что в трубку для подачи воздуха попадает вода, и постепенно через нее может спуститься вся вода из аквариума. Чтобы этого не произошло, устанавливают этот самый обратный клапан. Как ни странно, но многие аквариумисты пренебрегают безопасностью. К счастью, компания Tetra уже позаботилась об этом. Также в комплекте этого компрессора идет трубка или шланг. Его тоже докупать не придется. На ощупь достаточно мягкий, а его длина почти метр. Сейчас на рынке представлено два варианта пьезокомпрессора от Tetra, предназначенные для аквариумов от 10 до 40 литров и от 40 литров до 80. Оба варианта достаточно компактные и имеют небольшие размеры. Кстати говоря, длина провода 1 метр, однако пьезокомпрессоры не особо производительные. Это касается не именно этих компрессоров от Tetra, но и любых других пьезокомпрессоров. По этой причине я еще не встречал такого компрессора для аквариума, ну, например, на 300 литров или более, но зато у такого компрессора низкое энергопотребление.
Интуитивно понятно, как установить этот компрессор. Кстати говоря, на дне этого компрессора присоска. По идее, его можно приклеить с помощью этой присоски прямо на стекло аквариума, например, на заднюю или боковую стенку, чтоб он не бросался в глаза. Однако, насколько долго он так сможет провисеть, другой вопрос. Присоска есть присоска, и в любой момент она, конечно, может отклеиться. Поэтому я рекомендую установить ее на полку. Есть в этом компрессоре и то, что мне не нравится. Это адаптер. На мой взгляд, очень громоздкий. Естественно, он будет воткнут в розетку, его, скорее всего, вообще не будет видно. Но, черт возьми, Tetra не первая компания, которая выпустила пьезокомпрессор. Посмотрите на конкурента APAMP. Все то же самое, одинаковый поток, одинаковая мощность, но размер адаптера в разы меньше. Смотрится не таким громоздким и выглядит аккуратней. Однако, это единственное, что мне не понравилось. Пожалуй, на этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. И до новых встреч на канале Пар и Инстаграм.